Дорогие мои друзья, сегодня, 19 февраля, родился Леонид Ефимович Столяров, генерал-лейтенант дальней авиации. Леонид Ефимович, как и обещал, после встречи с вами выехал к этому памятнику, снимаю его и закрепляю видео, которое будет посвящено Златоустовской оружейной фабрике. В этой сложности памятник состоит из трех поколений. Это слева стоит царская авиация, слева стоит авиация Великой Отечественной войны и, конечно, в центре Белый лебедь и под ним летчик современной авиации. Всех благодарим, желаем здоровья и благополучия, успехов! Это посвящено тематике Великой Отечественной войны. Родина-мать зовет. Кремль. И здесь идет у нас Сталин, Жуков, Василевский, Конев.